Всем привет, ребят! Сегодня уже 20 марта. Я заболела. У меня очень болит сильно горло. Ну, не сильно, но болит. И насморк начался. Ну, в общем, погода безумно плохая. На улице очень мокро, дождь идет. Все пасмурно, затянутое небо. И от этого плохое настроение. Я только пришла со школы, пообедала. И сейчас отдыхаю. И на 6 часов мне на музыку. На 5:30. Покажу, что творится за окном. Смотрите. Не, видите, оно так будет пасмурного неба. Мне такая погода безумно не нравится. И... ужас, короче. Знаете что? Ой, светлённо. Мне нужно избавляться от слов-паразитов. Таких как «короче», там... ясно, ну именно в разговорной речи, там, когда снимаю видео, потому что мне написали в комментариях, ну, как бы не в комментариях, а в советах, то, что я слишком часто употребляю такие слова, и мне очень интересно смотреть. Я буду стараться, буду исправляться. Думаю, будет все получаться у меня. Опять я смотрю в экран часто, потому что я на картинку смотрю что-то, и может что-то поправить нужно. Смотрите, какая орхидея красивая есть. У нас вообще дома много орхидей. Вот он нам подарил на 8 марта. Дядя. Да. Вообще, настроение не очень хорошее. Это, я же готовлю к ЗНО, поэтому по истории, по математике. Уже начала 10 класс проходить. Вот. Уже 10 класс прохожу. Ну, мне дали только вчера. Сочетать. Тяжело, конечно. У меня уже почти вся тетрадь полностью исписана, смотрите. Клею портреты, пишу про каждого. Что и как. В общем, тяжело, конечно, но я стараюсь. И, кстати, знаете что? Мой супер-пупер классный телефон, в кавычках, поломался. Капец, просто. У него, во-первых, сдулась батарея. Это раз. А во-вторых, у него отходит экран. Сейчас покажу. Сейчас. Отцеплю. Вот, смотрите. Видите? Ой. Где-то палец тушью испачкала. Ну, короче, он отходит. Это капец просто. И, ну, так как скоро ЗНО, и чтобы я не отвлекалась от уроков, я взяла старый телефон. Сейчас покажу. И теперь с ним хожу. Смотрите. Просто Nokia. Старый телефон. И чтобы не сидеть в телефоне, на уроках я хожу теперь с таким телефоном. И может это к лучшему. Ну, в общем, сейчас я поотдыхаю, соберусь к музыке и буду идти на музыку. Так что, может, что-то вам засниму. Хорошая погода. Все, я уже вышла. Погода безумно хорошая. Вообще классная. Кстати, внезапно потеплело. Иду я на музыку. Сейчас у меня фортепиано, а потом будет у меня хор вечером. Так что скоро приду. Потом я с вами свяжусь. Все, хороших мне занятий. Свет ужасный. Пишу все, всех темный. Ой, ребят, вообще меня не видно. Ну, короче,
Вот, видишь, я делала капюшон, потому что безумно холодно, и у меня только закончилось фортепиано. И у меня сейчас будет хор. Хор у меня на 7 часов, и будет идти целый час хор. Не видно вообще. Ну, в общем, уже подхожу к хору. Скоро буду... О, машина едет. Так что иду на хор, попою, а потом уже, когда буду дома возвращаться, вернусь к вам. О, здесь свет. Ничего себе, смотри, какой желтый свет. Угу. Смотрите, безумно холодно, очень сильно. У меня даже какое-то лицо странное на этом желтом свете. Так, в общем, все, закончилось фортепиано. Мы там были, сколько, 2 часа были. Вот, пришел Вася ко мне. И мы вместе сейчас идем на хор. Приду еще сестру. Потом пойдем домой. И уже темно, уже 7 часов. А у нас только все заканчивается, будет 8. Все так поздно, это капец. Я так устала. Безумно устаем за целый день, потому что очень тяжело. И потом мы будем это... приду домой, покушаю, это ж святое, это ж смысл жизни. Это... покушаю и буду это... Робить уроки, тишо. Ну, короче, так что и зараз мы идем на хор, да? О, так что мы пошли, все, всех тёмую. Ой, всё, ребята, приехали. Точнее, идем. Ой, какой свет прекрасный, мачо. Все, закончилась музыка. 8:30 вечера. Идем домой. Уже почти дома. Слава богу. И меня еще не видно, конечно. Ну, в общем. Все, уже заходим. Сейчас переоденусь. И буду ужинать. Так что, такие дела. Ну, я еще к вам вернусь. Все, ребят, я уже дома, как я и сказала. Сейчас мы будем ужинать с сестрой, родители ушли гулять. Сейчас мы покушаем, и я уже буду заканчивать влог, потому что уже, ну, только 9 часов, но еще делать уроки, сходить в душ нужно, и уже буду спать. Кушаем гречку с курочкой и томатный сок пьем. Всем спасибо за то, что смотрели меня сегодня, и всем спокойной ночи!